Всем привет! Сегодня я хотел бы вас познакомить с одной замечательной приманкой Casadaca Triple Tail в размере 60 мм. Это съедобный силикон, по виду напоминающий обычный твистер. Фасуется он в классические упаковки с зип-замком по 10 единиц в каждой. При изготовлении Casadaca Triple Tail используется относительно жесткий силикон, но не надо спешить и записывать это главным его минусом. Если присмотреться поближе, то можно заметить разделенный на три части хвост. Такое решение позволило значительно уменьшить жесткость активной части приманки. Таким образом, Triple Tail отличается своей стойкостью даже к щучьим зубам, и при этом легко заводится и активно играет даже при малых скоростях. Для монтажа приманки я чаще всего использую одинарные крючки с широким ушком фирмы Owner S59 номер 2, а также свинцовые чебурашки от 2 до 6 грамм. Поскольку Triple Tail является активной приманкой, то для ее анимации подходит практически любая проводка. Равномерная, подбросы, ступенька, а также простое волочение по дну. Ну и напоследок, конечно же, хотелось бы показать приманку в деле. Так, и Triple Tail. Щучка взялась. Ну, прям 600-700. Что-то на Casadaca взяла. Щучка. Casadaca Triple Tail. Хороший пенек. Это сработала Casadaca Triple Tail. Такой размерчик редко попадается на озере. Casadaca Triple Tail. Ну, такой неплохой.
5 судочек. Совсем уже.